Одним из важнейших событий 2021 года стало присвоение Магадану почетного звания «Город трудовой доблести». Быть удостоенным такого звания – высокая оценка за вклад колымчан в победу в Великой Отечественной войне и память тех, кто отдал свои жизни на возведение и развитие города. Около года назад военно-историческим обществом проводился всероссийский конкурс на стеллу, которая будет установлена во всех городах, получивших название «Город трудовой доблести». Из 20 разных проектов, которые представили талантливые архитекторы и скульпторы, победил проект Дениса Стритовича. Основа проекта стеллы для всех городов будет одинаковой, но детали каждого адаптируют под его историю и архитектуру. Макетом предполагается размещение вокруг стеллы изображений, отображающих вклад магаданцев в победу. Ну, Денис Стритович только недавно вернулся из Перми. Как бы, конечно, его заинтересовало, и он хотел бы сейчас приехать. Что он сразу обозначил, что обозначили в военно-историческом обществе? Потому что все это совместно они проводят. Значит, первое, мы должны, самый первый шаг, это определиться с местом установки данной стелы. От этого очень много зависит, это должно быть одобрение наших местных архитекторов, там всех, кто занимается, ну, в том числе и населения. На заседании общественной палаты города Магадана, которое прошло в прошлом месяце, предложили один из вариантов для возведения стелы в небольшом сквере на 31-м квартале. Главный аргумент выбора места расположения стелы – это въезд в город, и все гости столицы Колымы сразу смогут увидеть этот символ и понять, что Магадан – это город, который есть только благодаря его жителям. Однако для установки монумента нужно мнение не только депутатов и чиновников, но и самих горожан. Поэтому сейчас каждый желающий может предложить свой вариант для возведения стеллы на сайте «Открытый Магадан». Если вы ранее не были зарегистрированы, то для регистрации потребуется лишь ваша электронная почта. И затем на главной странице этого сайта появится раздел для голосования, где тоже не потребуется совершать сложных манипуляций. Нужно будет лишь выбрать желаемое место.